Муравленковцам предлагают отказаться от автомобиля и на один день пересесть на двухколесный транспорт. 21 мая в округе пройдет всероссийская акция «На работу на велосипеде». В этот день всем желающим предлагают отказаться от авто или общественного транспорта в пользу велосипеда. Муравленковцы всегда активно присоединяются к этой акции, и этот год наверняка не станет исключением. Напомню, акция «На работу на велосипеде» проходит в российских регионах дважды в год. Следующая запланирована на сентябрь. Жители смогут не только поддержать свою физическую форму, но и в очередной раз доказать, что двухколесные авто – это экологичная и эффективная альтернатива топливному транспорту.